Привет. Бывает же такое, встретишь умного человека, прямо сердце радуется. Думаешь, надо же, бывают же умные люди. Мыслят, действуют разумно, с мудростью, не зашоренные какие-то, с мозгами в голове, свободные. И сразу хочется кому-то рассказать о том, что ты встретил умного человека, и сообщить все, что ты от него узнал нового, полезного. Вот я часто своим партнерам даю какие-то рекомендации, делюсь опытом, рассказываю, как я вижу ту или иную ситуацию, как правильно поступать. И с удивлением вижу, что люди, которые и по возрасту, и по опыту работы, и по результатам, даже, ну так, объективно говоря, даже близко не подошли к тому, что видят у меня, например, у своего наставника, спонсора, а тем не менее они не реагируют на мои рекомендации, они сами по себе. Я вот думаю... То есть, сами по себе, они делают, продолжают делать так, как они делают. У них там не получается, у них не срабатывает, у них результаты неутешительные. И несмотря на то, что я показываю им, вот смотри, у меня же лучший результат, вот смотри, я вот делаю вот так вот, что-то им не позволяет согласиться со мной. Я не знаю, что это такое. Да не только со мной, причем здесь я? Дело не во мне. Вообще, в принципе, люди так устроены, что вот разумно было бы, например, сказать, я в этом плохо разбираюсь, у меня результаты не весьма, а ты уже преуспел. Покажи мне, что ты делаешь, я точно повторю, как ты. И буду рассчитывать, что буду получать такие же деньги, такой же результат. Многие так поступают, но далеко не все. А мне бы хотелось, чтобы люди, мои люди, во всяком случае, были ближе к успеху. Чтобы то, что я знаю, то, что я прошел, то, что я пережил, там, где я уже набил шишек, там, где я вот лично уже знаю, я бы хотел оградить своих людей от этого. Но им нужен свой опыт, понятное дело, простительно. И иногда я думаю, как бы мне все-таки помочь этим людям, как бы мне все-таки... дать им информацию, чтобы она в них попадала. И есть такой способ, такой прием, привлечь специалиста со стороны, экспертов. В своем отечестве пророков не ценят. Вот в чем проблема. Я посмотрел, недавно попал на сайт, на блог. Есть такой парень в интернете, его зовут Андрей Мухачев. Потрясающий молодой парень из Уфы, он фрилансер, он занимается продвижением сайтов, свободный художник в интернете. Очень толковый парень, рекомендую всем его сайт, всем его блог. Здесь внизу вы увидите ссылку на его блог, рекомендую читать то, что он пишет. Толковый, очень толковый. И вот он написал там статью о том, как добывать крупную рыбу в интернете. Как искать клиентов, крупных, серьезных клиентов, и вообще, как делать бизнес в интернете. Он не сетевик, он не имеет отношения к нашему бизнесу, но его рассуждения очень полезны. Вот я специально рекламирую его статью, полностью без всяких купюр и сокращений ее перепечатываю, делаю ссылки на его блог и всячески поощряю вас посещать его блог. Я думаю, он не будет против такой моей рекомендации. Посмотрите, я даже не буду рассказывать, что он говорит. Это нас касается напрямую. Это нас касается всех сетевиков напрямую. Интернет здорово, интернет хорошо, но нельзя терять голову. Нельзя быть... Ну, в общем, вы поймете из текста то, что он говорит. Я абсолютно с ним согласен. И это наше с вами спасение. Тот, кто хочет быстро преуспевать, должен использовать те рекомендации, которые он дает.
и применить эти рекомендации к своему бизнесу. Я так делаю, и у меня началось. У меня хорошие результаты от того, что я так делаю. Удачи вам!